Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья, представляю вам очередную правовую новость. На этот раз новость касается вопроса о запрете на полет лицам, которые, что называется, были привлечены к ответственности за дебош в самолетах. Именно данному вопросу посвящен законопроект, реквизит которого вы видите. Ну, в целом, данный законопроект предлагает внести изменения в Гражданский кодекс в определенные статьи. И эти изменения они позволят авиакомпаниям не допускать, точнее, не заключать договор на воздушную перевозку с пассажирами, которые включены в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена. Ну, понятно, что в целом данный законопроект связан с созданием соответствующего реестра. Вместе с тем, здесь следует все-таки обратить внимание на то, что насколько вообще адекватна такая мера в отношении так называемых авиадебоширов. На мой взгляд, вообще полет лица, который ранее нарушал порядок в самолете, может быть вызван различными обстоятельствами. Ну, например, ему срочно нужно оказаться в том или ином месте в связи с болезнью родственников, например, там, со смертью родственников. То есть, на самом деле, обстоятельства могут быть различны. Поэтому возникает вопрос, насколько адекватна соответствующая мера. На мой взгляд, все-таки для борьбы с авиадебошем следует все-таки применять, скажем, штрафные санкции, скажем, увеличение штрафных санкций в рамках, скажем, административных дел, возможно, в рамках уголовных дел, ну и также усиливать гражданско-правовую ответственность соответствующих лиц. Вместе с тем, отказ в авиаперевозке, на мой взгляд, выглядит не совсем адекватной мерой, повторюсь, поскольку это может серьезно нарушить права лица. Ну и в целом, на мой взгляд, такой запрет, он может при определенных обстоятельствах рассматриваться как нарушение конституционных прав лица. То есть можно ставить вопрос о конституционности соответствующих мер. Ну, в целом, данный законопроект идет достаточно тяжело, пока он проходит предварительное обсуждение, поэтому посмотрим, будет ли он окончательно принят. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.